Давным-давно в город приехал царь Петр I.
вдоль по улице центральной, начиная от вокзала, зацветут каштаны вскоре, свечку свечкой нужно вскоре, красотой раздразнит глаз. Хорошо здесь, просто класс, вниз свернув кургатива, посмотрите, что за диво, это липовая ямка, отдыхающим приманка, чтоб с природой пообщаться, чтобы в речке искупаться. Город видит с высоты, при желании сможешь ты. Панорама величава, замок всех начал начала. Крепость. Различные мероприятия для молодежи. Например, в Нарвском замке Германа
проводится ежегодный праздник, посвященный Дням города. Там всегда веселье и радость. А самое мое любимое место в городе – это темный сад. Там я частенько бываю по вечерам со своими друзьями. В нем всегда царит покой, тишина и прохлада. Все мои друзья, как и я, родились в городе Нарву. Но есть один человек, который родился не здесь. Но он так же, как и я, очень любит наш город. Это добрый и отзывчивый товарищ. Он готов в любую трудную минуту прийти на помощь. Его зовут Александр, и он сегодня присутствует в этом зале. Так, друзья, значит, вот здесь маленькое такое отступление. В данном случае девушки говорили о том, что у нас будет жюри, и, естественно, оно у нас есть уже в этом зале. Но у нас еще такое есть маленькое такое дополнение. Если из вас, кто здесь сидит в зрительном зале, в данном случае речь идет об Андрее, да? Александр. Об Александре, извините, да. Значит, вот об Александре, если он желает этим всем девушкам помочь в подведении итогов конкурса, то есть в течение этого вечера это быть как бы одним из участников жюри, то мы предлагаем ему тоже, так сказать, быть этим человеком, да, в жюри? Где он есть, находится? Где примерно? Он должен сидеть на первом ряду на седьмом месте. Должен. Он сидит, да? Здесь. Будьте добры, Андрей, представьте, пожалуйста. Александр. Александр, пожалуйста. Пройтись по узким улочкам города Нарвы,
увидеть дворец Петра Первого, а также дом фаворита Меньшикова. Но я люблю свой город и горжусь, что я родилась в нем. Спасибо. Thank you.
знаю, что Господь один, это целый план. И сплечься к вам, он помогает слова Булата Акуджава. Давайте восклицать друг другу, восхищаться. Высокопарных фраз не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви счастливого мира. Я не буду говорить о Нарве, потому что мы все знаем, что это очень красивый, чудесный город. Я прочитала одно стихотворение, в котором говорится о том, что в Нарве живут тысячи красивых девушек. Я уверена, что то, что вы сегодня увидите на нашей сцене, докажет правоту слов этой песни. Спасибо. Айтах Кыгыль. Сейчас наш уважаемый жюри. Сегодня жюри — это Радио 100. Здесь присутствует, я уже вижу, Григорий Малышкин. Вот и свет в зал, вот и свет в зал. Да. Вот, так, хорошо. Здесь также присутствует Иван Бриганов. Сам снизу, хорошо. Но это замечательно. В течение этого вечера они будут обращаться к вам обязательно с такими анкетами. То есть вы можете поставить определенные номера, за кого вы голосуете. Там обозначение идет первая принцесса, вторая принцесса, третья принцесса и мисс Нарва. И ваши голоса, конечно же, будут учтены в этом замечательном жюри. Наши замечательные кавалеры. Thank you.
Thank you.
в особом представлении не нуждались, но все-таки мне хотелось немножко рассказать о себе. Как я уже сказала, меня зовут Диана. Вы знаете, совсем недавно я читала книгу «Кэтрин Калвер. Строптивая невеста». Описание героини, я думаю, похоже на меня. Я хотела сказать вам немножко. Ее золотые волосы пленили всех. Ее глаза манили и чуть-чуть отпугивали. Она была страстной. Она вела как ребенок, но она ждала единственного и неповторимого. А вообще, если честно, очень трудно себя оценивать. Поэтому я хочу, чтобы именно вы, уважаемая публика, оценили меня по достоинству. Даже не догадываетесь.
Если кто-либо угадает... Правильно, гвоздика. Именно этот цветок? Кто сказал гвоздика? Вы? Хорошо. Хорошо, в перерыве все поговорим. Именно этот цветок считается с древних времен талисманом любви. Спасибо, Александр. Потому что это единственный цветок, который долгое время сохраняет свою свежесть и красоту. Вот мне бы очень хотелось быть похожим на этот цветок. А вообще я очень люблю цветы. Ведь всегда приятно, когда тебе дарят цветы. И как и любой из вас, я очень люблю подарки. Но мне больше доставляет удовольствие, когда я сама их дарю. И вот мне бы хотелось сегодня подарить вам несколько приятных минут. Большое
попутешествовать, немножко помечтать. Еще мне кажется, что я похожа на одну известную героиню известного романа, который, я думаю, вы все, наверное, знаете. Сейчас я почитаю маленький отрывок. Попробуйте догадаться, кого я имею в виду. Она увидела себя в новом обличье. Ее длинные волосы потемневшего цвета блестели в отсветах очага. Ей показалось, что вся она и даже нежная шелковистая кожа лица с легким румянцем на щеках словно излучает сияние. Радость, вырвавшись из самой глубины ее существа, распустилась на губах очаровательной улыбкой. «А ведь я красива», — подумала она. Но тут все опустилось в туман, и ей показалось, будто бы из самого глубины зеркала она слышит насмешливый голос. «Хромой, хромой, он такой же злой, как и дьявол». Как вы думаете, кого я имею в виду? Да, вы правильно догадались, это Анжелика. Спасибо. Никто не угадал, да? Правильно, Роза. Особенно я люблю стихи Есенина и обожаю английский язык. Вот такая я простая девчонка. Нельзя уста оралами назвать, и белоснежных плеч открытых кожи, и черной проволокой вьется грудь. Ты не найдешь во мне прекрасных линий, особенного цвета на лице. Не знаю я, как шествуют богини, но милые ступают по земле. А счастье хочу, чтобы вы угадали, какой у меня самый любимый цветок. Этот цветок весны. Какой? Внимание, зрители, обязательно помогут, пожалуйста.
on viimased, vahelt informused. Ma arvan, et nendest ei räägi ja kui te huvi tunnete, siis te võite nendest ise lugeda. Себе очень трудно рассказывать. И я говорила о том, что у меня 12 номер, но я хотела 11, потому что я родилась в это число. Я родилась летом, и я лев. И также у меня есть львиные достоинства и пороки. Спасибо. Thank you.
Друзья, думаю, что у вас уже появились такие... Thank you.
Друзья, послушайте, пожалуйста, еще раз.
Александр Квасников. Thank you.
конкурса. Снова они на эстраде.
Спасибо. Давайте, Данилия. Бабуля.
Спасибо, Петр Грошов, спасибо. Сейчас мы приглашаем на сцену группу студии «Шансон». Здесь будут две песни. Thank you.
написана она в городе Туапсе. Автор Ландберг Мишель. Кто понимает по-французски, тем более его. Шансон. О, Мишель, не пойму, не пойму, Мишель, не помлись вдруг, не помлись вдруг, Мишель, не гонясь за дом. Это не резон. Не паши за так, если не сезон. Это же позор, Мишель, Мишель. Не белый тропион, не белый тропион, что подорожей. Ах, как горит нутром, как горит нутром, Мишель. Налей ситром, ну хотя б ситром, Мишель. Полкило визави на твоих не дави. Полкило до твоих. На твоих сердцах, Мишель, Мишель, Мишель. Ты смотрел меню? Ну и что там есть, что взять можно уже? Урони рояль на того месью, что живет на первом этаже, Мишель. Как горит нутро, как горит нутро, Мишель, налей ситро, ну хотя б ситро, Мишель, полкило визави на твоих не дави, полкило ветро на твоих все дави, Мишель, визави. Ремонт губи, шершеля, а после вермише. За папашу неполных 15 лет, за мальчонку на пятом десятке, за злодея, в которых не видывал свет, и за всех, кто лишён недостатка. Дайте вина, выпьем до дна, за то, чтобы дама была не одна. Дайте вина, стоит она. За нахалов, чьи пальчики любят шарить, и за тех, кто скромны от природы, и за то, что их легче убить, чем любить, ведь и те, и другие уроды. Дайте вина, выпьем до дна, за то, чтобы дама была не одна. Дайте вина, что это стоит она. За мужчин, тех, кто выбрит аж до синевы, за компанию рыл бородатых, за того, кто поклялся бы с рюмкой на вы, и за всех постоянно податых. Дайте вина, выпьем до дна, за
чтобы дама была не одна. Дайте вина, выпьем до дна, клянусь вам, что этого стоит она. За того, чьи подарки осыпали нас, и за тех, кто в долгу непременно, кто приносит букеты цветов через раз, и приходит с одним только глазом. Дайте вина, выпьем до дна, за то, чтобы дама была не одна. Дайте вина, выпьем до дна, клянусь вам, что этого стоит она. Остряки, пошляки ли, холостяки, это все, господа, пустословие. Вспоминайте почаще, что вы, мужики, открывайте пошире свои кошельки. А чтобы выпить за ваше здоровье вместе, дайте вина, выпьем до дна, за то, чтобы дама была.
Спасибо. На сцену, уважаемые жюри. Слово предоставляется председателю жюри Евгению Рогову. Добрый вечер. Если честно, очень непривычно находиться в данном качестве здесь, на этой сцене. Я самое главное, что замечательно, что сохранилась эта добрая, хорошая традиция проводить подобные конкурсы в нашем городе. В основном это заслуга Валерия, и за что ему спасибо. Нам, с одной стороны, было трудно судить, с другой стороны, легко, потому что в основном мы основывались на ваших мнениях, то, что вы написали в тех анкетах, которые мы ходили по рядам. Конечно же, приложили свое личное какое-то резюме. Ну, как говорится, о вкусах не спорят, но все-таки конкурс есть. Победительницы, есть другие звания, и сейчас мы их будем оглашать. Первое у нас есть такое, ну как назвать это, я не знаю, мисс Пресса. Это та девушка, которая произвела впечатление на наших журналистов, которые присутствовали на этом мероприятии. Это участница под номером 5. Бересинина Оксана. Если честно, тоже очень волнуемся. Такое впечатление, что сейчас тоже нужно идти на подиум и выступить. Но мы будем награждать дальше наших девушек. Мисс Фото. Здесь присутствует много фотографов. И тем более присутствует фирма, которая, ну, тоже учит ждать какой-то свой приз. Итак, это участница под номером 3, Михайлова Марина. Сегодня в зале хорошее, веселое настроение, много улыбок, и, да и погода сегодня замечательная. И поэтому мы решили определить мисс хорошее настроение, и тоже основываясь, конечно же, на мнение зрителей, мы спрашивали, очень много у нас здесь знакомых, к которым мы подходили и интересовались. И в итоге мисс хорошее настроение, участница под номером 10, Русских Мария. Поэтому, я думаю, не самое главное распределение вот этих всех призов и там названий. Я думаю, вы меня в этом поддержите. Но все-таки, мисс Оригинальность, участница под номером 2, Шмелева. Очарование. И в итоге
Это звание получила участница под номером 6 Петрова Василина. Чтобы нравиться мужчинам. Я просто уверен, что все девушки понравились присутствующим здесь мужчинам. И нам, как мужчинам, членам жюри, действительно было в этом плане, в мужском плане сложно определиться. У каждого есть свои какие-то вкусы, какие-то критерии. Но вот в плане таинственности и спонсор фирма Крона Эд выделила приз именно для этой участницы «Мисс Таинственность», участница по номерам 12 по ногой Катрин, и приз фирмы Крона Эд. И ей стала участница под номером 4 Роц Юлия. Thank you.
Спасибо большое. Следующего. В данном случае фирма Kodak подготовила фотоальбомы, которые тоже будут им вручены совершенно бесплатно. И, конечно же, это будет на память очень замечательный подарок. И, внимание, слово спонсорам, пожалуйста. Специальный приз от охраны фирмы СС. Набор духов и наличий. Ждем вас на летних днях молодежи Эстонии в Арском замке.